12, 70. Эти последовательности заданы очень просто. А именно, х нулевое – это, как видите, единица, y нулевое – это 0, xn плюс 1 – это 3xn плюс 4yn, и yn плюс 1 – это 2xn плюс 3yn. Задача. Придумайте, какому соотношению удовлетворяют числа xn в квадрате и yn в квадрате. И придумайте числа a и b таким образом, чтобы выполнялось соотношение xn плюс 1 и yn плюс 1 были бы выражены через предыдущие x и y. Вверху написано последовательность x. Под ними, естественно, написано последовательность y. Да? Итак, вот это вот xn, это yn, да? Вот. Естественно, у нас идет n, это 0, 1, 2 и так далее. Один, два, три и так далее. Требуется разобраться, с чего бы это я написал именно такую последовательность. Заметьте, она довольно бодро растет, поэтому числа явно не случайно. 1, 9, 289, 9801, а здесь 0, 4, 144 и 4900. Какая же закономерность? То, что в 2 раза больше плюс 1. Ура! В 2 раза больше плюс 1. Господа, будьте добры, записать себе это. Это правда. А вот теперь это нужно доказать. Проверили для первых четырех, что значит в данном случае решить задачу. А это значит доказать, что если у нас есть числа, удовлетворяющие вот такому соотношению, и мы возьмем следующие числа, то они будут удовлетворять тому же самому соотношению. Индукция. Да, да, да. Поехали писать. А если в квадрате чему равно? Что? А если в квадрате это чему равно? Не понимаю вас. Y в квадрате 4. Я вхожу на этот квадрат, умножаю на 2, прибавляю y, получается. Все нормально. Итак, что? Это y мы знаем, а y как узнать это? Сейчас мы не торопитесь. Итак, от вас требуется доказательство следующего факта. Если xn в квадрате это 2yn плюс 1 в квадрате, то теперь надо вместо xn написать новое. 3xn плюс 4yn в квадрате, а вместо yn надо написать вон то. 2xn плюс 3yn в квадрате. Господа, давайте поймем, на самом деле это сложно или это не сложно. Надо просто возводить в квадрат. Как квадрат суммы? Это квадрат первого слагаю. Плюс удвоенное произведение, то есть 24xn на yn. Плюс квадрат второго слагаю. Это 16yn. Здесь у нас 4xn квадрат, 6, 12xn, yn, и квадрат этого, это 9yn в квадрате. Так, ну давайте умножать на 2. 8xn в квадрате, 24xn, yn, и 18yn в квадрате. Так, 24 ясно, что уходит.
8xn, вот эту девятку превращают в единицу. 16yn, вот эту 18 превращают в двойку. И у нас получается, что xn в квадрате это 2yn в квадрате плюс 1. Согласны? Да. В точности то, что надо.